общая тенденция идет к постоянной, вот к этой очень большой ротации сотрудников. Человек, когда приходит на работу, он должен адаптироваться к работе. Очень много времени приходит на адаптацию. Вообще адаптация – проблемный период. Есть кривые адаптации. Их тоже нужно понимать, да, потому что сотрудник сначала приходит, он думает, что он со всем справится. Потом он начинается так называемая долина отчаяния. Когда он понимает, что ничего не справится, не понимает. Потом у него формируется новый навык. Значит, если он в этот момент не подхвачен правильной HR-ной поддержкой, вообще он у вас забрал деньги. Не принес в компанию деньги, а забрал. Вот. Значит, но без ротации сейчас невозможно. Что делать? То есть ротация необходима, но ротация у тебя полгода вылетает, потом он полгода страдает, что ему не та работа, как он хотел, и он уходит. Как? Что бы? Должна быть простроена внутри компании система, при которой человек... Две альтернативы. Это называется карьерные траектории внутри бизнеса. Значит, первое – это когда вы его растите с тем, чтобы, условно говоря, он, если у вас проектная работа, да, если он пришел на там, субменеджера, подменеджера, администратора там, и так далее, чтобы он видел перспективу, чтобы он видел эту перспективу на примере других людей, чтобы он видел эту перспективу с точки зрения по распределению функционала в компании, что у него всегда есть возможность роста внутри компании. То есть рост снизу вверх – это первое. И второе – рост по горизонтали. Значит, что такое рост по горизонтали? Он, многие люди сейчас даже не мотивируются не столько зарплатой, не столько погонами. Да? Вот. Они могут мотивироваться интересностью дела. Ну, вообще сейчас это запрос. Да? Это Ньюпорт сделал такое замечательное исследование. Он посчитал запросы, использование, частотность использования в языке, словосочетание «стабильная работа» и «интересная работа». И вот с 80-х годов стабильная работа идет вниз, а интересная работа идет вверх. Да? И поэтому всегда человек должен знать, что вы можете его переквалифицировать, то есть дать ему дополнительные какие-то навыки в области, которые его интересуют. Желательно при этом, напоминаю, использовать правильный его психотип. Вот. Мы вообще устраиваем для просчета карьерных траекторий. Я военную тайну сейчас расскажу. Вот. Значит, что сделали? Вот у вас сложная матрица карьерных должностей. Значит, вы можете, соответственно, тоже заказать для своего бизнеса такую историю. Значит, опрашивайте ключевых, самых лучших, кто понимает, вот как устроено и как это работает, какие сотрудники идеальны для этого. Потом вы создаете просто батарею тестов, которая определяет именно эти качества. И вот вы так сделаете. Они там где-то у вас пересекутся, где-то не пересекутся. И дальше у вас сотрудник хочет развиваться. И вы его тестируете и смотрите, что у него сыграли именно те показатели, которые хороши вот здесь. И дальше вы ему предлагаете обучение. До обучения или еще что-то, вот сюда, соответствующему навыку, чтобы занять эту позицию. И вот этот горизонтальный рост, который учитывает как бы особенности человека, с одной стороны, который вы можете диагностировать совершенно научно, осмысленно, вот, и те должности, у которых есть набор вот соответствующих каких-то характеристик и навыков. И тогда вы просто настолько эффективнее становится движение внутри компании, вот, что у вас постепенно все сотрудники начинают занимать те позиции, которые для них максимально органичны. А поверьте, сотрудник, который оказался в месте, где он делает то, что для него естественно, то, что соответствует его там, темпераменту, характеру, психотипу, тревожности, экстраверсии, интроверсии и так далее. Это идеальная штука.